Друзья мои, приветствую вас. У нас сегодня очень интересный день в силу того, что он переходит из восьмых лунных суток. То есть у нас карта среды, да, восьмые лунные сутки среды, это был денежный день. И сегодня он заканчивается в 12:10. Кто успеет, посмотрит и сделает то, что я скажу. Сегодня, пожалуйста, возьмите любую мягкую игрушку, посмотрите ей в глаза и скажите: не знаю кто, не знаю как, дает мне деньги просто так. Да будет так, да будет так, да будет так. Потому что сегодня у нас карта дьявола, карта соблазна и растрат. Посмотрим, что ждать. Поехали. Что ждать? Ну вот. Кто сидит на мешке с деньгами? Дьявол провоцирует. Человек может совсем расстаться и может все потерять. То есть сегодня не стоит жадничать, потому что жесткое металлическое дело вступает в свои права. Дело знак щепетильный и очень такой... рассчитанный, поэтому смотрим дальше. Ну вот, расчет. Да, вот понимаете, как у вас? У вас вы все-таки человек, который очень сильно трудится, очень много на себя взваливает, пытается постоянно ставить свои интересы. Вас в этом поддерживают. Вы знаете, вот если вы к этому с легкостью подойдете, вот с легкостью, у вас появится пространство вариантов, возможность, да, бесконечность, видите, знак бесконечности, и ваши желания начнут исполняться. Поэтому вот помощь вам будет и полная чаша. Друзья мои, берегите себя. Хороший день. Главное, правильно его используйте. И помните о моем шепотке. На дне колоды у нас выбор пространства вариантов. Да будет так. Хорошего дня.